В Актау отделом внутренней политики и развития языков города проведен военно-патриотический конкурс «Ержигет ель корганы». На соревнованиях приняли участие 52 артиста. Конкурс, в котором приняли участие воспитанники детского сада, учащиеся студенты, направлен на пробуждение патриотизма у молодежи. 19 победителей из 52 претендентов заняли призовые места и получили денежные призы. А остальным артистам были вручены поощрительные призы. Цели повышения патриотизма и любви нашей конкурентоспособной молодежи в стране в нашем городе проводят культурно-спортивные мероприятия. Одним из них является военно-патриотический конкурс «Ержигет ел корганы». Здесь награждаются все, как и победители, так и просто участники. Также были вручены благодарственные письма творческим руководителям участников конкурса. Я ученик школы номер 28 имени Байтурсунова, мне 13 лет. С 9 лет занимаюсь пением. На этот конкурс меня привела моя учительница Нургуль. Спасибо ей за это. На конкурсе я исполнил песню «Сарбаздар». Желаю, чтобы таких конкурсов было еще больше.